кинорежиссер Владимир Меньшов, скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Мосфильма. Отмечается, что он умер от последствий коронавируса. Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, говорится в сообщении. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», добавили в пресс-службе. О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже. Источник «Известий» в свою очередь уточнил, что режиссера 22 июня госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью третьей.